Добрый день, всем привет. Меня зовут Газизов Марат, компания Альпари в Санкт-Петербурге. Продолжаю свой ежедневный обзор финансовых рынков, торговлю без индикаторов. Традиционно сегодня начинаем мы анализ графиков, вернее, не анализ графиков, а анализ текущей ситуации, экономических показателей, которые будут у нас сегодня, четверг. 21 число. Ну, во-первых, сегодня главный день в плане того, что сегодня заседает Европейский центральный банк. По большому счету, никто особых изменений в монетарной политике ждать не собирается, но тут главное то, что, то есть изменений ждать никто не будет. Тут главное то, какие будут заявления сделаны Марио Драги. 15:30. То есть здесь важны будут комментарии. Вот на это время, на этот момент я прошу обратить ваше внимание. Вот. Ну и вечером выступление в 17:00 председатель правления Банка Англии Марка Карни. Особенно это очень важно с точки зрения того, что вчера британский фунт очень неплохо вырос на фоне того, что проводили какие-то якобы опросы. И в этот раз 52% британцев проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Это поддержало и поддерживает в текущем моменте британский фунт против американского доллара. Все, уходим с новостей, идем текущую ситуацию на валютном рынке. Сегодня, вернее вчера у меня сработали стопы, сегодня вернее да, вот 47 долларов. Покупал я доллар против швейцарского франка, немножко не рассчитался стоп-лоссами. Вот, убегал от них, то есть вот, характер движения цены, коррекционный откат, явно выраженный. Но то, что цена не добивала до цели и здесь сформировалась опорная точка на уровне 97.22, я решил, что надо будет уже вот где-то в этой области искать возможность покупать доллар против швейцарского франка. После такого роста, который был здесь, понятно, что если это первая, вторая волна, третья, четвертая, пятая волна должна быть выше предыдущей вершины. Вот на фоне этих ожиданий я уже не стал ждать пробития опорной точки и где-то вот на этих низах искал возможность покупать доллар против швейцарского франка. Также я это делал по евро-доллару. Ну, по евро-доллару у меня один стоп тоже также снесло. Но вот сейчас по франку я опять открылся наверх, удержу позицию, буду ждать пробития 97-225. Здесь я добавляться уже не буду, потому что большой стоп поймал, больше 50 долларов. И плюс еще у меня достаточно большой объем открытых позиций. Ну вот сейчас сигнал вроде как начал отрабатываться, то есть рынок замедлил свое падение вниз на 5 минутке, пробил канал. И сейчас вот стремится пробить, вот не знаю, пробьет или нет. Если будет пробить, то я ожидаю дальнейший рост доллара против швейцарского франка. Это у нас швейцарский франк. Да, еще с точки зрения долгосрочности, да, вот недельный график. Пошел более высокий коррекционный откат, но в рамках нисходящей тенденции. Поэтому я считаю, что рост ограничен. Ну, скажем так, пока что в верхней границе канала. Цена не достигла до своей цели при этом движении вниз. И вот этого момента я и боялся. Но тем не менее, зато теперь прекрасно понятно, что делать, если цена остановится, если цена дальше не пойдет наверх. То есть вот, завершить свой коррекционный подъем либо при подходе к предыдущей вершине, либо к предыдущему каналу. То тогда, когда рынок, если начнет опять снижение вниз, есть уже фигура или точка входа в рынок, вот уже явно выраженная. И там желательно, конечно, чтобы эта формация завершилась вот ярко выраженным зигзагообразным, такой разметкой зигзагообразной, и уже потом можно будет вставать вниз, если цена пробьет данную опорную точку. То есть, наконец-то здесь сформировалась модель, которую я ждал здесь, но которая не сформировалась. Вот, посмотрите, здесь это было, здесь вот эти трехволновые структуры, и вот она здесь уже явно выражена, сформирована опорная точка. Ну что ж, осталось дождаться, когда коррекция завершится, и можно будет вставать вниз, при условии, если цена, повторяю, не дойдет до верхней границы канала, а где-то вот при подходе к ней начнет опять снижаться вниз. Но это придется ждать несколько дней, как это, например, было здесь. Краткосрочная тенденция наверх позитивная. Открываем часовой график.
на часовом графике то, что я и говорил, вот сейчас идет реализация. Да? Вот, есть даже признак того, что рынок может в краткосрочном плане очень хорошо скорректироваться наверх. Скажем так, вот эта тенденция вниз была, и теперь эта тенденция может быть скорректирована. Вот этот канал, обновление произошло, строим канал, вот он, как альтернатива нисходящей тенденции. Посмотрите, она все время замедляла свои движения, вот оно, последнее замедление было, вот он канал, теперь канал наверх. Соответственно, стратегия очень простая. Помним о том, что общая тенденция все-таки вниз по швейцарцу, доллар швейцарский франк. Но в текущем моменте, вот, обновив предыдущую вершину, ждем, когда вот эта коррекция завершится, и можно будет вставать наверх после пробития опорных точек. То есть вот есть уже зигзагообразная коррекция, можно ждать пробой предыдущей вершины как сигнал для входа в рынок наверх. Или это может быть сигнал, то есть разметка большего масштаба, то есть еще больше такая вот трехволновая структура, более усложненная форма. И если цена не пробивает, скажем, ну, предыдущие вершины или не доходит до границы канала, то тогда, в принципе, я считаю, это будет хороший сигнал для того, чтобы здесь встать наверх. Вот. Вот либо такую разметку ждем и встаем наверх, либо сейчас, если цена пробивает предыдущую вершину, я считаю, что тоже можно будет вставать наверх, покупать с целью обновления предыдущей вершины и следования тенденции наверх. Вот, собственно, так вот. Но я уже вошел в рынок, так как посчитал, что вот это локальное пробитие, это сигнал для входа в рынок наверх. Дальше приходим евро-доллар. Переходим к евро-доллару. Евро-доллар идет вниз в текущем моменте, вторую неделю. Не смогли достичь до своей цели. И вот этот вот коррекционный откат может быть существенно вниз. Но это всего лишь коррекция перед возможным дальнейшим ростом наверх. Так что помним дневное основное недельное движение. Вот здесь вот рынок, не дойдя до своей цели, вот, сформировал некую такую модель. Да? То есть сейчас решается вопрос. Либо мы сделаем трехволновую структуру вниз, раз, два, три, и дальнейшее возобновление, подъем наверх с целью достижения верхней границы канала. Вопрос стоится лишь в том, докуда, до какого уровня будет этот коррекционный откат. Ну, я предполагаю, что он может быть существенным. Почему? Потому что рынок, не дойдя до своей цели, вот после пробития предыдущей вершины, вот эту линию убираем, вот она не достигла своей цели, пошла вниз. Соответственно, раз не взяли хорошо, не пошли хорошо наверх, значит, хорошо должны пойти вниз. Поэтому я предполагаю, что вот этот коррекционное движение будет очень существенным, ну, скажем, даже, скажем, где-то вот линия тренда, или может быть зона набора позиций где-то вот в этой области, вот до этого уровня, может быть, это среднее его значение. Вот где-то вот в эту область может цена присесть, и желательно, чтобы она имела трехволновую структуру. И как только эта коррекция завершится на дневном графике и возобновится подъем, можно будет вставать при пробитии этой опорной точки, она уже готова. Но в текущем моменте позитивное движение вниз сохраняется. Вот, собственно говоря, я, как бы, я, честно говоря, ждал, здесь был хороший сигнал наверх, и он, в принципе, себя реализовал тем, что была обновлена вершина. То есть, в принципе, можно было здесь забрать прибыль. Но в то же время говорил о том, что явно утрачен импульс, и есть риск того, что вот это движение наверх может завершиться вот таким провалом вниз. Но, честно говоря, провал оказался слишком динамичным. Почему? Что здесь, в чем здесь проблема? Проблема здесь в том, что на своих семинарах я все время говорю о том, чтобы цена выбрала свое направление, она должна сформировать канал, в котором она должна двигаться наверх. То есть в данном случае вниз. Вот он был канал наверх. А теперь, посмотрите, здесь не хватает канала вниз. Вот самая максимальная вершина. Нужна вторая точка, через которую бы построить вот это вот, можно было построить линию сопротивления. Ну вот некий намек есть, вот этот вот, сложно сказать, насколько он будет актуальным. Но пока он работает, посмотрите, после коррекции рынок обновил предыдущую впадину. Соответственно, это является неким показателем того, что, возможно, вот этого высокого коррекционного отката может и не случиться. Хотя из опыта, посмотрите, пожалуйста, когда формировалась подобного рода структура, как разворотная модель, да, она очень похожа, вот здесь вот тоже обновление вершины. Здесь была обновлена вершина с промежуточным пробитием предыдущей вершины. Здесь такая же ситуация была. Вот, и дальше еще была такая же ситуация. Вот, очень похожие структуры. Посмотрите, вот, промежуточный уровень. Здесь, здесь, здесь. Пробитие, обновление предыдущих вершин.
И здесь та же самая ситуация была. Вот промежуточный уровень по обновлению предыдущей вершины, резкий провал. И как цена себя вела дальше? Дальше здесь возврат к линии пробития, то есть к линии шеи. Здесь это было вот возврат. А здесь цена сразу ушла выше этого уровня. Но тем не менее, попытка возврата в тенденцию наверх здесь всегда была. Поэтому я, честно говоря, ждал, что вот этот коррекционный подъем будет более существенный. Но я смотрю, низы все время обновляются. Это говорит о том, что явно выражено настроение вниз. И возможно, что вот этот канал уже есть. То есть в рамках этого канала здесь уже тенденция вниз будет таким образом двигаться. И если из того, что если цена все-таки выбрала свое направление вниз, пожалуйста, сразу строим канал, уже нисходящей тенденции. Да? Вот он канал по вершинам. Пока вот эту линию, конечно, строить еще рано, потому что рынок не обновил предыдущую впадину. Поэтому мы о ней помним. Я ее делаю пунктирной, эту линию, чтобы не забыть про нее. А основная цель этого падения – нижний край канала, нисходящая тенденция краткосрочная. Ну и, естественно, вот эта впадина. Все будет зависеть от того, как рынок будет двигаться к этой впадине. Если рынок пробьет эту впадину и дальше, хоть на несколько пунктов вниз, значит, сразу строим канал, ждем коррекционного отката и встаем вниз, как элемент разворота этой тенденции вниз. То есть здесь уже будет сформирована тенденция вниз. Пока цена не пробила предыдущую впадину, тенденция наверх актуальна. Так что вот наблюдаем внимательно за текущей ситуацией, ждем такого развития событий. Краткосрочно, да, тут если мы 5-минутный график открываем, в принципе, все работает. Стратегия здесь, что тенденция вниз, коррекционный откат, посмотрите, раз, два, три, трехволновая структура была, вот она, раз, два, три, вот. И сейчас состоялся пробой. Правда, такой корявый, конечно, очень тяжелый пробой. И, ну, собственно, здесь уже надо было бы, наверное, сокращать позиции. Стоп, я не двигаю. Все-таки я считаю, что настроение более сильное вниз, чем наверх. Ну, снесет стоп, значит, снесет. Держу позицию. Так, дальше. Российский рубль. А, британский фунт, извините. Так, британский фунт. Недельный график тенденции вниз сохраняется, но, правда, уже, в принципе, сформирована вторая впадина, через которую я уже построил линию поддержки. Теперь осталось дождаться, построить канал. Вот он, пунктирная линия. Но для того, чтобы его построить, необходимо, чтобы цена с текущих уровней провзяла предыдущую вершину. Если это произойдет, то тогда здесь будет сформирован канал, как элемент разворота этого импульса наверх. И целью этого подъема будет верхняя граница канала. Если цена туда придет, с этих уровней, то это будет означать, что явное замедление тенденции вниз перед, возможно, глобальным разворотом в будущем, в ближайшем будущем. Даже если будет обновлена впадина, вот таким образом. Это все равно элемент ближайшего разворота наверх. Но сложно сказать, когда это произойдет. А вот это движение наверх, которое мы сейчас наблюдаем в течение последних двух недель, это вот как раз вот эти вот спекулятивные разговорчики о том, что якобы проводили опрос британцев, якобы они сказали, что не рады остаться в Евросоюзе. И вот таким образом британский фунт реагирует на это событие. Кто это сказал, когда его проводили, почему не предупредили нас? Вот это вот интересный момент. Ну что ж, поэтому гадать здесь не будем, торгуем то, что есть. Тенденция вниз сохраняется, но вот здесь уже, посмотрите, идет фаза накопления, да, позиции. То есть будет прорыв. Этот гнойник когда-нибудь он лопнет, да? Вопрос, когда? Сигналом для входа в рынок наверх мы уже определили, вернее, я для себя уже определил. Это вот трехволновая структура ABC есть. Если это импульс наверх, то дальше наверх, да? Цель это подъем верхней границы канала. С другой стороны, если цена не обновит эту вершину, пойдет вниз, то тогда понятно станет, что целью этого падения будет пробитие вот этих вот дальнейших опорных точек и обновление предыдущей впадины. Собственно, ждем. Краткосрочно торгуем вверх и вниз, если рынок такую возможность дает. Вот, да? Вот тенденция была наверх, тенденция вниз, теперь тенденция пока наверх еще не сформировалась, несмотря на то, что цена вышла из этого канала. Из нисходящего канала. Остался последний штрих в этой ситуации, это пробитие предыдущей вершины. То есть вот импульс, коррекция, импульс, это коррекция. Тем более, что она имеет ярко выраженную пока что некий намек на трехволновую структуру. Если не считать первую, вторую, третью, четвертую, пятую. Даже если это пятая, то тогда понятно становится, что
намечается хорошее движение вниз в этой текущей ситуации. Но пока этого нету, мы можем только предполагать, что этот коррекционный откат может случиться вниз. Торгуем вот эту тенденцию наверх, потому что рынок обновил предыдущую вершину, и текущее движение — это коррекционный откат вот от этого импульса. Соответственно, стратегия очень простая. Ждем, когда эта коррекция завершится. Если при этом цена не достигнет линии поддержки и начнет пробивать, вот я отметил, опорную точку, то есть вот трехволновая структура. Если она ее будет пробивать, то тогда можно будет вставать наверх. Но предупреждаю, все дело в том, что этот сигнал будет перед основным сигналом пробоем опорной точки. Потенциал хода после пробития здесь очень слабый. Не знаю, буду я открывать позицию или нет, это будет зависеть от того, как цена будет к этому уровню приближаться. Желательно, конечно, чтобы цена пробила эту последнюю вершину, откатилась в виде зигзага в рамках восходящей тенденции в качестве коррекционного отката, и возобновив подъем, здесь я буду уже покупать. Ну, собственно, такая стратегия, то есть позитивно для дальнейшего роста. И для сигнала для продажи, конечно же, есть, то есть альтернативный план. Альтернативный план всегда надо составлять, то есть если цена с этих уровней, не обновив эту вершину, пойдет вниз, то есть опорная точка. Но они здесь, к сожалению, рядом слишком находятся, вот эти два уровня. Но я считаю, что без разницы, в принципе, какой из них брать. Почему? Потому что рынок при этом движении вниз выйдет из этого восходящего канала. Правда, это еще не будет разворотом, окончательным разворотом вниз, но тем не менее есть ориентиры, которые можно использовать для своей торговли. Вот они, эти два уровня, вход в них. Желательно, конечно, чтобы цена упала, не сильно отскочила, сформировала вторую вершинку вот такую, да, вот перед этим пробоем. То есть, еще раз хотел бы напомнить, желательно, чтобы перед окончательным падением вниз фунт здесь сформировал канал. Вот такой канал, то есть вот он этот канал, вот, в рамках нисходящей тенденции, как разворот этой тенденции вниз. Вот если бы такую картинку нарисовал, то тогда это хороший сигнал на открыть позицию на пробой вот этих уровней. Ну, посмотрим, как она себя будет вести. То есть, я еще раз говорю, смотрите за характером движения цены, как цена подходит к этим уровням. Вот. Это у нас британский фунт, 4-часовой график, да? Ну, в принципе, уже здесь уже роли особо не играет. Часовой график, без разницы. 5-минутный график здесь у нас сейчас, в принципе, также можно использовать в своей торговле. Посмотрите, самое главное то, что есть тенденция наверх и есть тенденция вниз. Значит, вот она тенденция наверх. Рынок из нее уже вышел, да? Вот, сформировал разворотную модель. Посмотрите, вот она, эта разворотная модель. Вот он канал. Вот он канал. Обновили. Соответственно, ждем вот эту вот коррекцию. Видите, после обновления предыдущего впадины коррекция была очень слабой. И цена не смогла достичь верхней границы канала, чтобы пойти вниз. Цена, как только нарисовала трехволновую структуру, первая, вторая, третья, сразу с радостью, с криками обновила предыдущую впадину. Здесь можно было вставать вниз и держать позицию, вот, забрать вот эту прибыль. Но график 5-минутный, поэтому как только цена при пробое опорной точки обновляет предыдущую впадину, сокращаем позицию, там 75% забираем, выставляем без убыток и держим открытую позицию с надеждой на то, что может быть и такой обвал. Но здесь, конечно, нас уже бы вынесло. Вот опять коррекционный подъем, тенденция вниз, посмотрите, вот уже идет вот в этом канале, вот. То есть ускоряется падение вниз, соответственно, что? Желательно, чтобы эта коррекция наверх имела трехволновую структуру. Есть она своя? Да, есть, посмотрите, вот. Есть некое подобие опорной точки. Если цена вдруг с этого уровня свалится вниз, тогда можно будет цепляться за этот уровень для того, чтобы войти в рынок. С другой стороны, если рынок все-таки корректируется вот таким образом, то это лучший сигнал, потому что, ну, тут невыраженная вершина впадина в виде двойного фрактала образовался сигнал, он для меня не очень надежен. Ну что ж, тогда вот здесь можно будет повыше встать вниз, зарядиться. Ну, то есть такой сценарий ждем. Тенденция вниз выражена, ищем возможность для входа в рынок в продажу. Так, это британский фунт. Российский рубль. Российский рубль у нас с гэпом открылся вниз и сейчас... То есть, ну, просто вот феноменальное движение. И уже, честно говоря, я все время жду вот этот подъем, не знаю, когда он случится. Я сам наличные покупал последний раз доллар за рубли где-то в районе 59. И, честно говоря, вот это вот меня уже немножко напрягает. То есть небольшой есть запас в долларах. И вот это движение безапелляционное
меня, честно говоря, напрягает уже. Но, тем не менее, трехволновая структура есть, опорная. Это коррекционный откат, пока не пробита предыдущая впадина. Соответственно, плюс тенденция явно имеет замедляющийся ход. Но слишком он, как говорится, замедлился, да, то есть затянулся. Теперь я опять, вот который раз уже корректирую линию тенденции, видите, она все становится все медленнее и медленнее в качестве движения вниз. Да, вот обновили впадину, вот сегодня. Ну что ж, опять ждем вот этого подъема. Но здесь уже опять придется ждать подъем наверх, опять накат вниз для формирования второй впадины, от которой рынок должен, по идее, так вот развернуться. То есть явно должно быть две впадины в плане разворота тенденции. Пока этого нету, соответственно, тенденция вниз сохраняется. Но, честно говоря, торговать в этой ситуации крайне обременительно. Во-первых, спред чудовищный просто, да. Ну и вот эти вот дыры в виде гэпов, которые просто-напросто могут снести вашу даже прибыльную позицию с хорошей прибылью, если ваш ордер попадет в ценовой разрыв. Да? То есть у меня уже так было. Тащил около 100 пунктов прибыли, где-то $1200. В итоге позиция закрылась с убытком там, что-то $300 или $200 из-за того, что цена попала в ценовой график, разрыв. Поэтому крайне обременительная для меня торговля. Буду ждать вот такого движения наверх, если цена остановит свое падение. И сформируют вот такой канал наверх. Поэтому пока вне рынка, жду возобновления роста. Дальше канадский доллар. Ну понятно, канадский доллар как отвечает на движение укрепления нефти. Окончательно пробили все-таки предыдущую впадину, увеличили потенциал более глубокого снижения вниз, вот к этой впадине. Я уже даже не знаю, честно говоря, как относиться ко всему этому движению, потому что нету никакой структуры. То есть вот в этом движении вниз нету никакой структуры. Вот в этом движении есть, посмотрите, канал, в котором двигается цена. Здесь это был намек некий, здесь это было. Здесь в этом коррекционном кате я ничего не вижу. Ну тогда, наверное, надо переключиться, либо вообще не торговать по этой валютной паре, либо надо смотреть дневной график. Ну, в дневном графике некий намек на канал все-таки есть. Тенденция вниз сохраняется, обновили предыдущую впадину. Стратегия простая, ждем коррекцию, встаем вниз без фанатизма, но как только цена, если пробивает предыдущие локальные вершины, это будет сигналом для разворота. Но опять же повторяю, для того, чтобы рынок развернулся, необходим хотя бы вот такой канал наверх. Он все удаляется и удаляется. То есть вот где-то вот с этого уровня может быть начало формирования ценового канала. То есть вот такое вот движение. То есть видите, цена двигается в канале. Такой же канал, для, если рынок готов развернуться, он должен сформировать здесь на самых низах. Вот такой, некий подобие вот такого канала наверх. И тогда можно будет вставать наверх после пробития, после формирования двойной впадины, там, пробития локальных вершин. Это сигнал для входа в рынок. Такого пока момента нету. Соответственно, на часовом графике ждем коррекционный подъем. Как только цена пробивает опорные точки, встаем вниз. Вот здесь вот кто-то вчера, я помню, продавал. В принципе, неплохо можно было бы забрать. Вот здесь вот обновление произошло. Вот опять коррекционный откат. И посмотрите, коррекция становится все слабее и слабее. Вот к этой вершине подъем в текущем моменте, это коррекционный откат. Перед возможным дальнейшим снижением вниз. Вот вниз дальше. Потому что после этой вершины обновили впадину новую. И коррекционный откат явно имеет, посмотрите, трехволновую структуру. Ну, совсем просто все. Если как только коррекция завершится и цена возобновит свое падение, встаем вниз. Правда, цели здесь небольшие. Цель этого падения будет являться обновление предыдущей впадины. Вот, собственно, так вот. Это у нас канадский доллар. Так, дальше смотрим новозеландский доллар. Новозеландский доллар сегодня второй день подряд корректируется после феноменального движения с пробитием предыдущих вершин. Но тут в рамках эта тенденция наверх есть, она позитивная, даже имеет элемент ускорения тенденции, цели понятные, то есть первая цель — верхняя граница канала, ну а окончательная цена — это вот зона набора позиций. Да? То есть вот эта зона — это зона набора позиций перед падением вниз. Вот эта зона. И его среднее значение — вот, то есть это уровень, откуда прошло основное движение вниз. Вот где-то в эту область тянет цена. То есть если будет пробита вот эта вот линия тренда. Соответственно, стратегия простая. Вот она, дневочка пошла вниз. Надо дождаться, когда она завершит свою коррекцию, развернется вот таким образом. Раз, два, три. И пробой опорной точки. Раз, два, три. И вот пробитие опорной точки, сигнал наверх. В текущем моменте пока идет движение вниз. Доллар укрепляется. Вот он, этот канал.
Для экстремалов, в принципе, экстремалы могут поработать вот в этом снижающемся канале. Вот, я, видите, да, рисовал, что ждем вот такого сценария движения вниз. Вот он сейчас как раз реализовывается. И как только эта коррекция завершится прорывом наверх, выход из канала, вот я показывал, то это будет сигнал для входа в рынок. Но сигнал для входа в рынок, естественно, будет тогда, когда рынок сформирует свой канал наверх. То есть вот он, канал идет вниз. Соответственно, необходимо для того, чтобы цена развернулась наверх, вот цена падала вниз, для того, чтобы цена пошла наверх, вот таким, посмотрите, вот оно формирование канала, да, то есть канал, восходящий канал наверх, вот, после пробития предыдущей вершины. Как только такая модель сформируется, это окончательный разворот этой тенденции наверх. Значит, здесь тоже нужно дождаться разворота тенденции в виде формирующегося канала наверх. Вот, то есть это пробой некий, второй накат, выход из нисходящего канала наверх. И когда только цена пробивает предыдущую вершину, это уже для нас будет являться сигналом для дальнейшего роста наверх с целью пробития предыдущей вершины. Пока этого нету, наверх не встаем. А торгуем вот это движение вниз крайне осторожно, с близкими стопами. И естественно, что в этом движении ценовом, да, лучше всего торговать на 5-минутке, потому что там можно увидеть структуры. Или 15-минутный график, скажем, возьмем. И в этом плане, я считаю, лучший вариант. Вот он, коррекционный подъем, а пробитие опорной точки, 10-20 пунктов можно забрать, да? Или сколько это пунктов пробоя? Ну да, вот 10-20 пунктов можно забрать, то есть пытаться скальпировать внутри дня, да? Коррекционный откат, предыдущую вершину не взяли коррекционно, да? Вот. Пошла цена вниз, вот пробитие опорной точки, вот оно движение, посмотрите. Рынок сразу дает прибыль после отработки этой модели. Здесь, к сожалению, структуры сформировано не было, мы бы упустили это движение. Вот. Сейчас посмотрите, опять был коррекционный подъем, вот видите, трех зигзага, да, трехволновой структуры. Но здесь бы немножко пришлось поволноваться, потому что рынок проколол, опять наехал наверх. Ну стоп там мы ставим за вершину, соответственно, наш бы стоп не снесло и уже была бы прибыль. Здесь мы большую часть позиции закрываем с прибылью, оставшуюся часть выставляем без убыток. Но здесь бы нас, конечно же, вынесло. Вот она эта тенденция, торгуем ее, но помним, что основная идея — это тенденция наверх. То есть как только если цена перестанет двигаться в этом канале, по выходу из этого канала, это должно нас напрячь. Но мы должны дождаться формирования второй впадины как элемент разворота тенденции наверх. Вот так вот. Может быть, она будет большая, может быть, она будет маленькая, вот такая какая-то тенденция. Вот. Но обязательно должно быть прокол, выход из нисходящей тенденции. Вот. Как только эта модель сформируется, соответственно, сигналом для входа в рынок пробитие вот этих вот локальных вершин. Вот здесь вот buy наверх стоит. Пока тенденция вниз, 5-минутки торгуем вниз, но в то же время помним о часовой разметке, о том, что как только коррекция завершится, тенденция наверх выстрелит, может выстрелить очень сильно наверх, вот таким движением. Вопрос, единственный вопрос, вот, когда эта тенденция закончится, мне сказать сложно. Я такие вещи не гадаю. Мне, в принципе, без разницы, что, как, где она может остановиться. Мне, для меня главное именно характер движения цены вот, в текущем моменте. Посмотрите. Так, поехали дальше. Это у нас новозеландский доллар. Смотрим японскую иену. Японская иена корректируется, естественно, она уйдет. Плюс еще там заявление Куроды, это центральный банк, да, Японии, о том, что они все сделают для того, чтобы иена не укреплялась. По всей видимости, делают. Скажем, одним можно это делать, другим они это делать запрещают. Ну ладно, вот, собственно говоря, тенденция вниз, она имеет фактор ускорения. Вот эта трехволновая структура в развитии, она уже сформировалась. Посмотрите, раз, два, три. Теперь наша задача дождаться, когда эта коррекция завершится. Вот. И как только возобновится падение вниз, массово встаем, продаем. Ну, к сожалению, опорная точка находится очень низко, да, вот здесь вот, для входа в рынок. Ну ладно, тогда мы что можем сделать? Вот этот дневной график, который мы здесь видим, понимая о том, что предыдущая вершина находится где-то здесь, торгуем часовочку наверх, вот потому что канал наверх уже есть. То есть стратегия очень простая, да, то есть вот, то посмотрите, тенденция идет наверх, трехволновая структура, А, Б, С. Пробитие опорной точки, сигнал для входа в рынок. Особенно сейчас это будет актуально, почему? Потому что рынок пробил предыдущую вершину. Соответственно, здесь может быть дальнейший рост, но опять же без коррекции движения наверх не бывает. И торгуем вот эти вот коррекции, встаем наверх.
С другой стороны, если мы сожмем весь график вот таким образом, вы увидите, что тенденцию вниз никто не отменял. Да, здесь локально есть намек на то, что коррекционный откат может быть более высокий, но это коррекционный откат вот до этой вершины. Все, любое движение до этой вершины — это коррекция перед дальнейшим снижением вниз. Просто вы, когда вы видите, что тенденция эта идет наверх, она без признаков разворота вниз сохраняется, торгуем наверх движение. Ну, как только если цена хорошо уйдет наверх и опять начнет двигаться вниз, вот такой канал вниз сформирует, то тогда понятно, что встаем где-то вот в этих уровнях вниз. Вот очень простая стратегия, будем об этом говорить на моем семинаре в 3 часа сегодня. Как раз сегодня точки входа в рынок, стоп-лоссы, взятие прибыли и характер движения цены в канале. Золото. Золото пытается обновить предыдущую вершину, пока это удается. Позитивный рост. Ну, для меня это, честно говоря, достаточно странно, такое именно движение цены. Все-таки я жду более осознанного коррекционного отката и уже потом только разворот. Но может и выстрелить наверх. Тогда что? Сейчас консолидация. Честно говоря, вот здесь в этой каше торговать желания нету. Но тем не менее, даже дневная разметка, она сохраняется. Да? То есть вот это уже тенденция не актуальна. Вот трехволновую структуру пробили. Осталось дождаться пробития уровня 12.69, чтобы окончательно похоронить вот эту попытку более глубокого коррекционного отката. Тем более, что здесь уже есть канал, да? Вот он, я вам сейчас покажу. Вот он канал. Вот обновили предыдущую вершину. Вот он канал наверх есть. Вот он. И посмотрите, в коррекции цена, не дойдя до линии поддержки, опять пытается обновить вершину. Характеризую ускоряющееся движение наверх. Соответственно, переходим на часовку. И вот в этой часовке здесь, посмотрите, вот они, трехволновые структуры, пробитие которой сигнал для дальнейшего роста наверх. Правда, стопы ставить за впадины, конечно, надо. Вот он канал, был канал вниз, теперь он уже окончательно похоронен из-за того, что есть канал наверх. Вот он. Здесь даже попытка ускорения этой тенденции наверх с ускорением. То есть, вот, соответственно, вот здесь уже надо торговать, искать возможность для покупок, вход в рынок для покупок. Уходим с золота, идем дальше. Так, австралийский доллар. Австралийский доллар сегодня пытается продолжить радостную тенденцию наверх. Недельный график смотрит позитивно. Пробили среднее значение набора позиций позитивно. То есть я как раз и говорил о том, что такие рода заборы, как я их называю, позитивно смотрятся для либо резкого провала вниз, либо для резкого ухода наверх. Ну, в данном случае реализуется именно вот этот план ускоряющийся. То есть выброс наверх, я жду, что эта неделя закроется максимально на самом пике. Вот таким образом. Дневной график для этого все говорит о том, что вот этот забор или три маленьких индейца, некоторые могут здесь увидеть, но я считаю, что это не три маленьких индейца, но это ладно, это же вопрос терминов. Рынок упустил здесь возможность свалиться вниз, уйти дальше по тенденции. Теперь вот эти уровни все не актуальны. Здесь рынок стоит в ускоряющейся такой позе. То есть рынок может стрельнуть еще выше. Вот. Торгуем без фанатизма, опять же. Да, но в то же время, посмотрите, если случится вот такое коррекционное движение вниз, надо понимать, что это в рамках восходящей тенденции. Поэтому любой провал вниз, желательно, чтобы при этом она имела трехволновую структуру, встаем наверх. Либо цена сразу уходит наверх. Ну, честно говоря, на самом верху вставать наверх желания у меня нету. Вот здесь, посмотрите. Ну что тут, вот она тенденция, вот они эти модели, они себе прекрасно реализовывают. Желательно, конечно, вот здесь вот, чтобы рынок более осознанно скорректировался, только потом пошел. Здесь что-то здесь вылавливать. Ну, честно говоря, желания нету. Все, уходим. Ухожу с этих моментов. Да, кстати, вчера я открывал еврофунт, если кто помнит, да, продажа. Хотел бы напомнить такой момент. Посмотрите, вот тот сигнал, который я пытался реализовать, он себе прекрасно реализовал. И сигнал был замечательно отработан. Вот, вчера еврофунт, я открывал позицию в продажу. То есть вот на самом пике вот здесь вот, мне удалось войти в рынок в продажу. Вот это движение произошло. Но потом откатом меня вынесло без убыток мой. Ну вот, ну в конце концов, тот сигнал, который я потом буду вам ближе к лету рассказывать, который здесь возник, он прекрасно себя реализовал в этом движении, посмотрите. К сожалению, не додержал эту позицию. Но она, стратегия очень сырая, рано о ней еще говорить, но тем не менее, вот отработка произошла. Так, это единственный раз, когда я торганул по кросс-курсу. Да? Вот. Так, теперь ответы на ваши вопросы. Так, вопросы.
Хороший ход Франко наверх по сигналу. Сейчас на часах рисуется флажок, я понял точку. Да, абсолютно правильно. Да, абсолютно правильно. А, кстати, вот был только что пробой, да? Да, вот пробой состоялся. Вот он пробой. Считаю, что это сигнал для роста наверх. Но что тут еще добавить? Добавить только то, что, ну, один бог знает, пойдется она еще выше, не пойдет. Но, по крайней мере, это был осознанный ход в рынок. Стоп-лосс за впадину и ждем радостного такого движения наверх. При подходе к вершине, конечно, здесь надо было бы сокращать позиции, там 0,75%, выставлять без убыток. Но я буду ждать окончательно вот этого движения наверх. Поэтому не меняю свою стратегию, жду. Вот, не закрываю. Да, кстати, вот здесь вот у меня нужно будет, если цена сейчас пробьет предыдущую вершину, вот этот без убыток, который здесь стоит, я его потяну под эту впадину. Поэтому эту впадину я трогать не буду, то есть этот стоп-лоссовый. Так, это у нас швейцарский франк. Хороший вход был, да. Изображение и звук в норме, да. Да, вчера вот у меня удалось достаточно удачно войти во франк. Вот, когда цена, вот то, о чем я говорил. Посмотрите, вот она идет коррекционно усложненная коррекция. Как только цена перестала формировать новую впадину, вышла за канал, сформировала вот он восходящий канал движением, вот этим движением наверх, вот этим движением, рынок сформировал канал. Теперь осталось дождаться сигнал. Какой сигнал? Пробитие вот этих локальных предыдущих вершин. Ну, я зазевался, конечно, немножко. Можно было уже вставать наверх после пробития вот этого уровня, а я уже практически на самом пике встал наверх. Ну, тем не менее, пожалуйста. Про стратегию оказалась благодарной и, собственно говоря, держу позицию дальше. Вот как работает усложненная коррекция. То есть ждем, когда эта коррекция завершится, сформируется двойная впадина в плане формирования разворотной модели, разворотного канала наверх. А дальше, если это движение поддерживается как разворот, встаем наверх после пробития локальных вершин. Ну, собственно, все. Видите, как цена сразу давала прибыль. Прекрасно сработала стратегия, так что добавить к этому нечему. Так. Добрый день. Так, Михаил, здравствуйте. Марат по евро на бирже СМИ. Нижняя граница цены 1.0900, да? 1.0900. По евро. Это, наверное, по евро-доллару, да? А, по евро, да. И от этой цены стоят контракты крупных игроков. Да, я согласен. Я согласен, 1.09. Я сам мечтаю, чтобы цена свалилась ниже 1.10, чтобы там зарядиться наверх. Еще раз, посмотрите, пожалуйста, на дневной график. Чтобы вам было понятно то, о чем говорит Михаил. Вот эта зона набора позиций. Я просто мечтаю, чтобы цена сюда свалилась. И вот здесь тогда будет сформирована трехволновая структура. И это будет доказательством того, что это коррекция, а движение наверх – это импульс. Импульсное движение наверх. Поэтому вот такого варианта события. И, честно говоря, я жду, что все-таки цена вот сюда зайдет. Может быть, даже чуть ниже свалится. Но потому что не добили верхнюю границу канала, соответственно, нижняя граница канала будет немножко, я думаю, проколота. Да? То есть коррекция может еще ниже уйти чуть-чуть. Но все равно это будет коррекционный откат относительно вот этого импульса наверх. И где-то вот на этих низах надо будет, я буду здесь заряжаться, причем в долгосрочном плане. Наверное, большим объемом буду здесь заходить, стоп за впадину и ждать вот такого развития события. То есть, если цена свалится вниз, я здесь буду заряжаться в долгосрочном плане. Вот. Так, спасибо, Михаил. Очень хорошо, что вы мне сказали об этом. Дальше. Фунт сейчас будет высаживать пассажиров, кто вставал в Bad News. По фунту роста сильно не ожидается. Ждем, как будет отрабатывать уровень поддержки 1.43. Фунт. Британский фунт, да, 1.43. Да. Ну, сложно мне что-либо комментировать. Я уже по поводу фунта уже все сказал. Вот, пока тенденция вниз, вот краткосрочно, 5-минутно, наверное, сохраняется. Обновили впадину, не взяли предыдущую вершину вот здесь вот. И просто надо посмотреть, есть ли здесь какие-то структуры. Очень такой сложный момент, не знаю, где здесь вставать. Желательно, чтобы вот было выражено, да, но пока что этого нету. Ждем, смотрим, наблюдаем. Так, дальше смотрим. Почему нефть растет? Карен, я не знаю, почему растет нефть. Есть какие-то скрытые причины. Ну, говорят, что там запасы упали в США, из-за этого нефть выросла. Ну, просто есть циклы, которые говорят о том, что... То есть, если нет объяснений, то возвращаемся к теханализу. Собственно, все.
Марат, по рублю это случится, когда нефть будет падать. Я тоже в пятницу перед ОПЕК купил баксы по нефти, пока идет резкое сокращение добычи. На этой статистике нефть растет. Возможно, Михаил, я, честно говоря, с точки зрения фундаментов за нефтью перестал следить. Там, в принципе, все понятно для меня. Вот, ну, собственно, да, добавить к этому нечего. Так, 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 вопросы. Так, вопросы. Наблюдаю за кроссом еврофунт. В последнее время просто прекрасно отрабатывает стратегию базы. В принципе, сплошные трехволновые учетки, откаты с пробитием опорных точек, последующие прекрасно отработают. Прям как наглядное пособие можно использовать по вашей стратегии. Спасибо, Александр. Да, я вот тоже обратил внимание на еврофунт в этом плане. Так, в этом плане тоже обратил на это внимание. Еще раз, да, еврофунт. Вот то, о чем вы говорите. Ну просто посмотрите, да, вот наш хлеб, то есть хлеб трейдера, это когда есть вот это движение, то есть не имеет значения, движение вниз или движение наверх. Вот в этом движении надо работать, то есть это наш хлеб. А когда цена консолидируется таким образом, заработать на этом практически невозможно. Сейчас есть тенденция, четко выраженная. Вот последняя недельная, да, тенденция. Ну все прекрасно здесь, в принципе, должна работать, да, вот, дневной график. Вот она, прекрасно выраженная тенденция. Посмотрите, сплошные тройки. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь это раз, я не знаю, здесь раз, два, три, вот пробой. То есть сплошные тройки здесь себе. И вот сейчас рынок опять сформировал тройку, да, вот раз, два, три. Пойдет наверх, значит пробой, встаем наверх. Если взять краткосрочный, да, вот часовой, да, часовую разметку, я тоже считаю, что в принципе здесь все должно работать неплохо. Вот. Тенденция идет наверх. Если присмотреться внимательно после обновления вершин коррекционные откаты, раз, два, три, вот она, отработка. Обновили вершину, трехволновая стрелка. Ну, здесь усложненная форма коррекции. Ничего страшного. Пока цена идет вниз, предыдущее впадение, вот обновили вершину, это движение вниз вот к этой впадине. Да? Это коррекция. Соответственно, ждем, когда эта коррекция завершится выходом из канала. При выходе из канала рынок должен сформировать опорную, то есть вот, свой канал наверх. Вот он, этот канал был сформирован. Как только цена пробивает предыдущую вершину нисходящей тенденции, вот, вот он сигнал наверх. Вставайте наверх, торгуйте, хороняки. Что тут еще непонятного? Да? Вот. К сожалению, я поздно увидел, обратил внимание на этот кросс-курс. Очень неплохо себя реализует. Вот тоже трехволновая структура, пробитие опорной точки. Посмотрите, несмотря на то, что здесь надо вставать вниз, стоп выставлять за верх. Посмотрите, после пробития никакой коррекции не было. Вот сразу цена завалилась вниз. Вот трехволновая структура. Пробой опорной точки, сразу цена завалилась вниз. Встаем. Вот сейчас рынок опять что-то там рисует. Да. Ну, пожалуйста, опять же, без фанатизма торгуем. Вот он канал, пока он актуален, этот канал, торгую вниз. Цена идет четко, формирует модели. Пожалуйста, сидите, зарабатывайте, торгуйте по этим разметкам. С другой стороны, если цена все-таки вот не достигнув линии поддержки, вот этот момент, пожалуйста, не забывайте, не увлекайтесь. Придет к линии сопротивления, это первый тревожный сигнал тому, что движение вниз может в ближайшее время закончиться перед таким разворотом наверху. То есть, не дойдя до цели, может цена здесь развернуться. Но опять же, разворот должен быть каким? Какой здесь должен быть разворот? Должен быть канал, в котором цена должна сформировать как альтернативу, как разворот этой тенденции наверх. И только потом тенденция наверх. Ну посмотрите, везде так оно, везде. Даже вот в этом движении вниз, вот он канал, вторая впадина, движение наверх для роста наверх. А тем более уже такое движение. Ну пока этого нету, торгуем то, что есть. Торгуйте то, что есть, тенденцию. Вот. Находите эти разметки, то есть обновили впадину, ждем коррекцию. Есть опорная точка, пробой, встаем вниз, стоп за вершину. Забираем свое... Там большую часть прибыли, часть прикрываем. Но об этом сегодня как раз будет лекция. Кому интересно, присоединяйтесь. Да, Александр, прекрасно все работает. Предомнению удается увеличить депозит, потому что не удается торговать все время возле монитора. Так, 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 так. Про Солова Ирина говорит спасибо. Правда, не знаю, кому она говорит спасибо. Наверное, Михаилу говорит спасибо, да, Ирина? Так, 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 так. Ну что ж, все понятно, все отлично. Ну что ж, я как и говорил, апрель-май это значимое время для активной торговли. Сейчас, пожалуйста, отложите все дела, там сторонний отдых и все такое. Лучше отдохнуть летом. Сейчас надо зарабатывать деньги, активно работать в тех стратегиях.
с той стратегией, о которой я вам рассказал. То есть тенденция есть, рынок не стоит. Тем более, что если мы посмотрим по евро-доллару, да, вот, то есть евро-доллар, если мы посмотрим, рынок готовится вот этот вот гнойник он вскрыть, да, вот, вот это вот движение. Посмотрите, дневной график, евро-доллар, он готовится к рынку движения, готовится, посмотрите. Вот явно выраженная тенденция, все идет, признаков разворота нет. Единственное, что вот здесь вот момент такой, вот, может быть, провал. Наблюдаем за этим провалом вниз. Вот к этой впадине, потому что обновили вершину. Это будет как раз тот самый момент, когда в конце этого провала вниз надо будет вставать наверх. Вот он этот канал, ждем, когда... Ну, не вставать же на самом верху наверх. Ждем окончания коррекционного отката вниз и только потом встаем наверх. И в то же время можно прекрасно работать вот на этом движении вниз, потому что тенденция вниз, она достаточно выраженная может быть вот к этому уровню. Ну что ж, осталось дождаться этого, этих событий. Все, на этом я завершаю свой семинар. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Кому интересно, сегодня, как говорится, заканчиваю свои базовые принципы, точки входа, уровни взятия прибыли, ограничения убытков. Сегодня будем об этом говорить на моем семинаре. 3 часа дня. Всего хорошего, до свидания, берегите себя, свои деньги. С вами был Газизов Марат, до встречи в 3 часа.